Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Тосмур, нашел трехкомнатную квартиру, видовую, на крепость Алания, на море и соседнее здание. Продается она с мебелью и бытовой техникой. Также перчики вам в подарок. Хозяин вот такой хорошенький здесь, любит цветы. Можете застеклить. Высокий этаж, это крайний этаж этого здания. Квартира срочная продажа по очень хорошей цене. У нас открытый бассейн, открытая парковка, баскетбольная площадка с теннисным кортом. Вот, и генератор снизу. Покажу с этой стороны вид. Так, теперь покажем вам гостиную комнату, которая совмещена с кухней. Пол у нас мрамор, айдат 100 лир. Не убрано, так как хозяин уехал в Стамбул, кое-какие у него дела. Ключи от квартиры у меня, звоните, пишите. Так, здесь у нас прихожая. Есть два лифта. Так. Большие спальни. Угу. Продается с мебелью и бытовой техникой. Все, что видите. Здесь туалет без душевой кабинки. Здесь у нас второй санузел. Душевой кабинкой. Стоит накопительная система вода, обогрева воды. Центральная. Так вот. И здесь огромная у нас спальня. С видом на крепость Алания и на море. Расстояние отсюда до моря 400 метров максимум. Это главная дорога D400. Угу. Очень хорошее место расположения. Видовая. И цена этой квартиры, дорогие зрители, 90 тысяч евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Я сейчас спущусь вниз и сниму вам инфраструктуру. Не закрываем ролик. Ставим лайки, подписываемся на наш канал и комментируем. Так, у нас так коридор. Вот. 7 квартир. Соседи. Угу. Снимем лифт. Такой вот лифт. Вместим 6 человек. Так, дорогие зрители, у нас здесь большое лобби. Вот. Выходим мы к бассейну. Вот такой бассейнчик. Сад. С той стороны зона отдыха. И здесь также. Ну и все, отсюда у нас вход. С той стороны у нас есть парк. Вот прямо. С этой стороны, где белая машина, с правой стороны. Все. Всем пока-пока.